Речи там уже? Да. Знаю пароль. Привет. А ты когда успела одеться? Наташка дала. Привет, здорово. Игорь, как твои дела? Отлично. Отлично? Пошла с мяком. Нет, мне нечего. Вот думаю, в чем на обед. Пойду тренировочно. Тёма сейчас надо на обед пустить. Ну, вообще в сером все ходят. А я, похоже, пойду в синий. Мы уже получили информацию о том, что у нас предстоящего матча 4 числа с Косово не будет в связи с решением УЕФА обезопасить ситуацию, которая происходит вокруг этого. И мы переносим этот матч на дальнейшие даты ноября. Поэтому впереди матч 8 числа с Голландией. Будем готовиться. У нас на разовом режиме будет работа. Сейчас восстанавливаются игроки, которые приехали и играли вчера в матче 25 числа. Участие в Лиге чемпионов. Поэтому... плановая подготовка к 8 числу выезда. То, что не будет матча, это плюс или минус перед Голландией, я имею в виду? Ну, сложно говорить плюс-минус. Наверное, конечно, нам нужна игровая практика. Мы хотим играть, и команда настроена играть. Может быть, больше дней для подготовки именно к Голландии сыграет свою положительную роль. И хорошо это или плохо покажет время, и на самом деле... как бы ни сложилась ситуация, мы будем подстраиваться под любую и работать в этом режиме. Чемпионки Европы, вице-чемпионки мира не пугают столько титулов соперников? На самом деле нет. Мы попали к ним в группу при жеребьевке, об этом уже знали заранее, да, до сегодняшнего сбора, и готовились. И я думаю, что психологически подготовим команду. Можно играть с любым соперником. Вопрос организации, дисциплины игровой и, конечно, самоотдачи, которая нам будет необходима в этом матче. Отлично. Последний делали, но стукнуть в отскок, соответственно, надо рассчитать, чтобы он проскользнул вверх, а не вперед, чтобы он скользнул туда далеко. Ну, легко. Раз, два.